Давайте начнем готовить. Так, друзья, готовим маринад. Курица у меня такая небольшая, я ее уже помыла и разделала на порционные кусочки. Посолила, добавила свои любимые приправы, перец, соль. Еще нам потребуется чеснок, лук и кефир. Примерно полстакана, ну или чуть больше. Лук я нарезала полукольцами. Чеснок выдавила через чеснокодавилку. И теперь сюда добавляю кефир. И все хорошо перемешиваю. Добавила курицы лук, чеснок, кефир. И теперь еще добавляю чайную ложечку сахара. Перемешиваю. Итак, я смешала курицу с кефиром, сахаром. Соль у меня здесь уже со специями, черным молотым перцем, луком, чесноком. Все хорошо перемешала. Еще сейчас я еще добавлю 1 столовую ложку растительного масла. Все еще раз хорошо перемешиваю и отправляю мариноваться в холодильник. Чем дольше курица простоит вот в маринаде, тем сочнее и нежнее получится мясо. Курочка отлично замариновалась. Ну вот, друзья, а теперь жарим курицу до готовности на решетке. Курица в кефирном маринаде получается очень сочная и нежная. Ну вот, друзья, как быстро мы с вами пожарили куриный шашлычок. Курица получилась нежнейшая. Мясо буквально тает во рту. Попробуйте, приготовьте так же, как и я. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока и в добрый час, друзья!